Министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил соглашение с компанией «Хута Столова Воля» о закупке 152 самоходных гаубиц «Краб». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Польши. Нет польского войска без польской оружейной промышленности. Но также нет польской оружейной промышленности без польского войска. Сегодня я утвердил еще один контракт, который является важным элементом развития польских вооруженных сил, сказал Блащак. В рамках соглашения планируется закупить САУ вместе с всем необходимым оборудованием и техникой, такого количества хватит для вооружения 6 дивизионных комплектов «Регина». Один дивизионный комплект «Регина» состоит из 24 единиц самоходных гаубиц «Краб» и 18 машин обеспечения, а именно двух командно-штабных машин, 9 командных машин, 6 машин подвоза боеприпасов и одной мастерской по ремонту вооружения и электроники. Стоимость сделки составляет примерно 10 миллиардов злотых. Средства на реализацию заложены в бюджете Министерства обороны. Другие детали сделки и сроки ее реализации не раскрываются. Глава Минобороны отметил, что такая масштабная модернизация войска требует использования решений как по отечественной оружейной промышленности, так и по иностранной. Чтобы не терять время, мы также сотрудничаем с иностранными поставщиками. Сотрудничество с Республикой Корея также полезно для польской оружейной промышленности. Я убежден, что через несколько лет новая версия гаубицы будет общей польско-корейской гаубицей. Все идет на правильном пути, чтобы этот процесс был завершен, сказал Блащак. Общее количество заказанных САУ «Краб» для Польши выросло до 352.